Сегодня 20 декабря 2018 года. Я Филипп Романов, основной любитель первооткрыватель 51 переменной звезды и автор научной статьи об открытии исследования одной из них. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края на своей малой родине из-за того, что я лишен возможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, в двухкомнатной коммунальной квартире, расположенной по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210. И из-за того, что я лишен возможности беспрепятственно продать свое данное единственное жилье, и я лишен безопасного беспрепятственного доступа в свою комнату, где находится мое астрономическое оборудование, мои телескопы и все мои личные вещи.